Это не Советский Союз. Боня раскритиковала беспечных родителей. Телеведущая Виктория Боня высказалась по поводу родителей, которые отпускают детей на улицу одних. Мнением она поделилась в своем Инстаграм. Боня отреагировала на выпуск телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир», в котором рассказали историю погибшей в Тюмени 8-летней Анастасии Муравьевой. Телеведущая обратилась к родителям и возмутилась, как они могут не беспокоиться о безопасности детей. «Я живу в Монако, здесь настолько высокий уровень безопасности, у меня ребенок 9-летний, до сих пор одна не ходила ни разу никуда. Конечно, будут пропадать дети. Как дети могут ходить одни по улице в таком возрасте? Это не Советский Союз», — заявила Боня. Светская львица рассказала, что ее дочь Анжелина знает, что делать, если потеряется. Или ее позовет с собой кто-то незнакомый, и порекомендовала родителям объяснить, что это и своим детям. Также Боня сказала о проблемах. Виновата равнодушные, например. Она бы записала номер машины, если бы подумала, что похищают ребенка. Так что Боня молодец, правильно говорит. Я тоже замечаю, вот идут дети, куча детей и разных возрастов, и родители отпускают их 10 часов вечера, они гуляют. Куда они идут, зачем они идут, чем занимаются их родители, даже не понимают, что ребенок может пропасть, а потом будут кусать локти. А что делать родителям, лишь бы ребенок их не беспокоил, пусть что хочет делает, только бы, чтобы им было спокойно сидеть возле телевизора и хрюмкать водку. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.